Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы поговорим с вами о продукте UserGate Loganalyzer, он же Logan сокращенно. Для чего же он нужен? Итак, давайте представим, что у вас большая сложная филиальная сеть. Предположим, у вас есть некий центр, так и назовем его центр, и есть какое-то количество филиалов. Филиал 1, филиал 2, филиал номер N. И у вас реализована связь по классической традиционной звезде. Для того, чтобы осуществлять защиту этих самых офисов, филиалов, центра, неважно что, необходимо иметь средства защиты. Предположим, у вас есть пограничные межсетевые экраны нового поколения, UserGate NGFV, есть они у вас в центре, и есть они у вас в каждом филиале. Нарисуем их просто квадратиками. И напишем, что квадратик это у нас юг. Что у нас происходит дальше? На каждом из этих филиальчиков, в каждом устройстве происходят какие-то события. Мы получаем какие-то логи, журналы. И, собственно, на каждом устройстве эти логи и журналы копятся отдельно, самостоятельно. Поэтому нам не видна вся картина сразу происходящего. Мы не видим, что происходит в совокупности в каждом отдельном филиале, при том, то, что на самом деле все это является, по сути, одной большой логической сетью. В чем опасность? Опасность в том, что на первый взгляд кажущиеся не связанные события в филиале номер 1, что-то произошло, и в филиале номер N, что-то произошло, эти события будут разбираться по отдельности, не видя всю картину в совокупности, в целом. Это является небезопасным подходом, потому что вот эти события в разных частях инфраструктуры, за которые отвечают разные люди, разные специалисты, на самом деле могут быть цепочкой последовательных действий, цепочкой атаки. И для того, чтобы увидеть эти события одновременно и связать их воедино, как раз-таки и требуется дополнительный продукт UserGate Loganalyzer, который, собственно, заберет эти журналы на себя. Поэтому, что у нас меняется в сети? В центральном офисе появляется UserGate Loganalyzer. Напишем его log. И все подключенные устройства UserGate будут отправлять свои логи в Loganalyzer. И уже в логане уже будет полная статистика, полные отчеты по этим событиям. Мы их будем помечать треугольничками с восклицательным знаком внутри. И уже, когда собирая информацию совокупную из первого филиала, из второго, из филиала номер N, и собирая все данные о каких-то инцидентах, о каких-то событиях безопасности, и агрегируя это все воедино, в единый отчет, у нас появляется инструмент для того, чтобы эти цепочки атак обнаруживать, анализировать и, собственно, ликвидировать последствия и предотвращать их в будущем. Как же работает UserGate Loganalyzer? Это некое устройство, это может быть как виртуальный appliance, это может быть программно-аппаратный комплекс, на который на вход подаются данные из источников, из так называемых сенсоров. Это могут быть устройства UserGate и продукты UserGate, например, UserGate клиент. Это могут быть любые другие внешние источники, какие-то сетевые устройства, средства защиты информации, серверы, хосты, ну, например, Windows-машины через WMI могут передавать тоже данные. Ну и так далее, собственно, различные источники. Мы все подключаем к нашему appliance Logan. Вот это у нас будет UserGate Logan. И, собственно, что происходит дальше? Вся информация, все логи, все журналы складываются в единое, соответственно, устройство UserGate Logan. И мы получаем общий сквозной массив данных, из которых собирается, собственно, из этих всех источников. Далее мы с помощью наших механизмов, наших технологий поиска и аналитики
осуществляем поиск необходимой нам информации по правилам, которые специалист по безопасности может завести сам, которые мы поставляем изначально в поставке, которые могут настроить вам ваши интеграторы, партнеры. Мы заводим некие правила соответствия, правила корреляции событий, на основе которых мы будем принимать решение о том, что у нас в сети произошел инцидент. Соответственно, как только эти правила отрабатывают, и мы находим инцидент, мы об этом оповещаем, уведомляем специалиста и даем следующие механизмы реагирования на это. Мы можем автоматически отреагировать, я напишу букву А, что это такое? Можно обратиться к средству защиты, можно обратиться к Usergate Next Generation Firewall, к прокси, к клиенту для того, чтобы заблокировать какой-то IP-адрес, заблокировать приложение, там какой-то URL заблокировать. Ну, в общем, автоматически отреагировать на инцидент, если таковое требуется. И второй вариант – это ручное расследование, когда создается карточка инцидентов, и уже в этой карточке инцидентов происходит разбор этого самого инцидента. То есть там видны логи, там видны правила, под которые сработали, различная дополнительная информация, и, собственно, уже эта карточка передвигается по процессу расследования, и завершается это все отчетом. Отчет, опять же, по свободной форме, он создается также специалистами по безопасности и далее может быть использован либо как отчет для руководителя службы информационной безопасности, для руководителя бизнеса, либо же он может быть направлен напрямую в госсопку в НКЦКИ. Так, мы напишем госсопка. Собственно, вот это краткое описание того, что умеет и может Логан, и в данном случае Логан — это вот такая вот большая объемная часть. Ну, а миллионы и тысячи других кейсов применения можно ознакомиться на нашем сайте, на наших материалах, и также на этом YouTube-канале будут время от времени выходить новые видео. Спасибо большое за внимание, всего хорошего!